Не надо торопить жизнь, она и так короткая. Ты это поймешь довольно скоро. Но пока этот момент еще не наступил, позволь себе жить в полную силу. Да-да, именно позволь. Поскольку то, как ты проживаешь каждый свой день, зависит только от тебя самого. Действительно, счастье оказалось в простых вещах. Не жди ничего от мира, но делись с ним тем, что у тебя есть. И он обязательно наградит тебя в ответ. В тот момент, когда ты меньше всего ждешь. Люби, пока можешь. Всем своим сердцем, не давай ему зачерстветь. Будут и разные обстоятельства. Большинство из них работают на страх, стараются загнать в тупик. Но помни, что уже на следующий день любая сложность станет просто смешной. Не забывай об этом.